Приветствую моих зрителей. Иногда в мастерской приходится решать не совсем обычные задачи. Вот, например, сейчас мне потребовалось из вот таких вот третьесортных обзёльных досок нарезать ровные планки. Причем так, чтобы края были параллельны. Конечно, тут существует масса способов. Можно просто очертить линию по линейке. Можно воспользоваться отбивочным шнуром. Или даже на глаз делать рез на пиле. Но все эти способы мне не нравятся, потому как они либо медленные, либо не очень точные. Как я поступаю в этой ситуации? Я использую свою каретку для косых резов. Я снял с нее все упоры, прижимы и в поверхность закрутил два самореза, которые выступают буквально на 5 мм. Но этого вполне достаточно, чтобы на них насадить доску и обрезать, используя стандартную линейку пилы. Итак, поехали. Получается точно и быстро. Ну а второй край я обрежу, просто используя линейку. Вот такая вот простая технология. Скажем, если нет каретки, то можно взять просто ровную доску, полосу фанеры, десятки, кусок ДСП, лишь бы у этого приспособления был один ровный край. Второй обрежется после первого реза. И вернуть два самореза. Ну, либо три, если доска длинная. И вот таким вот простым способом можно быстро нарезать обзел на кривых досках. Ну вот на этом на сегодня, пожалуй, и все. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Делитесь моим видео, пишите вопросы. Ну и до встречи на моем канале. Всем спасибо за внимание.